Владимир Дегтярев. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Коллекция. Что такое коллекция? Это вообще серия моделей одежды, имеющие общую идею, то есть авторскую концепцию. И главный признак коллекции – это ее целостность, и которая обеспечивается единством стиля, образом и так далее. Конечно, важна еще очень динамика. Так вот, иногда, вы знаете, лучше показать 10 вещей, чем показывать 50 абсолютно разных по стилю платьев. Это и решение отметили за это, потому что это очень был профессиональный подход к целостности образа в макияже и в прическе. Ты досконально подошел к этому, поэтому эта справедливая награда достается тебе. Поздравляю тебя от всего сердца. Мы берем интервью у дизайнера Владимира Дегтярева, который получил свою награду на Estet Fashion Week. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. Ну, на самом деле, словами не передать все вот эти впечатления и эмоции, потому что получать награду, особенно слышать, что тебя действительно по достоинству оценили, это всегда очень волнительно. Поэтому здесь подобрать какие-то слова невозможно. Вы здесь впервые на неделе моды Estet. Это ваш дебют был на этом сезоне? Нет, мой дебют стартовал в прошлом году, ровно год назад. Пока состоялся так же в субботу, как и в этом году. Здесь я участвовать больше не планировал, то есть у меня были совсем другие планы. И совершенно неожиданно я получил приглашение поучаствовать здесь со своим показом. И я сюда пришел, чтобы просто выставиться, чтобы просто откатать свою будущую коллекцию. Ну и было неожиданно, что меня оценили и вручили вот этот приз. Блин, ну я действительно чертовски рад, это действительно круто, нет слов. Ну, я думаю, оценили по достоинству, не зря вручили такую прекрасную эстетичную награду. А что вы можете сказать о самом ювелирном доме Estet? Мне эта неделя моды на самом деле нравится больше всех из трех, которые существуют в Москве. Мне она нравится своей более дружественной атмосферой, что приходя сюда, человек может просмотреть целую неделю все коллекции от и до. Здесь очень много происходит различных знакомств, очень много общения. То есть дружеская такая атмосфера. И здесь очень хорошая площадка. Мне очень нравится эта неделя моды. У вас такое интересное украшение. Можете рассказать о нем подробнее? Нет, не могу. Почему? Нет. Что за секрет? Секретов нет, я просто очень люблю броши, и я подумал, что эта брошь, она будет сегодня дополнять мой образ и делать его более, наверное, ну, в какой-то степени и тонким, и романтичным, и, может быть, даже что-то в этом победоносное есть. Я думаю, да, очень похоже на какой-то орден, мне кажется, да? А дизайнер, может, вы назовете дизайнера? Что это, кто это создал? Я не знаю, это куплено в магазине. Ну, очень прекрасно смотрится, сочетается очень хорошо. У нас у Estet'а тоже юбилей. Давайте поздравим его. Что-то пожелаем. Я хочу поздравить ювелирный дом Estet с юбилеем. На самом деле 15 сезон не так просто отвести. Я желаю процветания, чтобы проект этот жил долгие годы. Ну и желаю, чтобы здесь, на этой площадке, появлялись, скажем, разом все больше и больше интересных дизайнеров, которые действительно займут свое достойное место и получат эту замечательную награду. Спасибо. Спасибо вам большое за интервью. Желаем вам дальнейших успехов. И, возможно, еще в каком-то подиуме мы вас увидим. Спасибо.